7 маршрутов и поголовье подвижного состава электрического транспорта в Москве продолжают сокращаться. 10 марта в рейс не вышли троллейбусы маршрута номер 6, чья история насчитывала более 80 лет. Их заменили автобусами. Электробусов в столице по-прежнему не хватает, даже для замены троллейбусов по курсу 1:1. Только через несколько часов после того, как автобусы уже стали ходить по маршруту номер Т6, кинотеатр «Нева. Песчаная площадь», заменив аналогичный троллейбусный маршрут номер 6, объявление об этом появилось на сайте Мосгортранса. Как сообщила транспортная компания, маршрут и время работы не изменились, однако последнее не совсем верно. Отправление от кинотеатра «Нева» теперь с 5:15 утра до 0 часов 9 минут, по выходным до 0 часов 10 минут. От Песчаной площади с 5 часов 41 минуты до 0 часов 34 минут, по выходным дням до 0 часов 36 минут. Интервалы движения 6-13 минут по рабочим дням и 8-14 минут по выходным. В бытность троллейбусов маршрут заканчивал работу позже. Последние рейсы от Невы выполнялись в 0 часов 43 минуты по рабочим и в 0 часов 51 минуту по выходным дням. От Песчаной площади можно было уехать до гидропроекта вплоть до часу 13 ночи по рабочим дням и до часу 20 ночи по выходным дням. Правда, количество рейсов при переводе на автобусы немного увеличилось – с 214 до 226 по рабочим дням и с 200 до 212 по выходным, что позволило сократить интервалы движения в ранние утренние и поздние вечерние часы. Другие автобусные маршруты в этот раз не пострадали. Выпуск транспорта с двигателями внутреннего сгорания на городские улицы просто увеличили за счет последних закупок. А вот полтора десятка электрических машин, обеспечивающих выпуск на маршруте номер 6, 11 единиц в будни и 10 выходные, ушли в отставку. Маршрут номер 6 обслуживался площадкой Ленинградская, филиала Центральной ГУП Мосгортранс, бывший первый троллейбусный парк. В этом году ее должны укомплектовать 200 электробусами КАМАЗ-6282, поставка с 1 февраля до 31 августа. Но зарядная инфраструктура под них еще не готова ни в парке, ни на конечных остановках маршрутов. Автобусный маршрут, заменивший часть троллейбусов на Ленинградском шоссе, по традиции получил номер Т6, хотя ничего не мешало ему оставаться просто номером 6. Это место вакантно в Москве с 8 октября 2016 года, когда предыдущая автобусная шестерка превратилась в магистральный маршрут номер М6. С 10 марта в Москве осталось 33 действующих троллейбусных маршрута. Помимо маршрута номер 6, в этом году в Москве автобусами уже заменены троллейбусные маршруты номер 24 с 1 февраля и номер 66 с 15 февраля. Количество электробусных маршрутов с начала года увеличилось тоже на 3. Номер Н3 с 14 января, номер 810 с 22 февраля и номер 832 с 25 января. Но для их обслуживания требуется меньше машин, чем работало троллейбусов на трассах, отданных автобусам. Преждевременное отстранение троллейбусов от работы до прихода адекватного им количества электробусов требуется, в том числе, для выполнения договоренности столичного руководства с главами других регионов о безвозмездном дарении им троллейбусов в качестве гуманитарной помощи. Троллейбусный маршрут номер 6 навсегда ушел в историю. Следующая остановка – метро «Водный стадион». Напоминаем, что за беспилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. Театральный зал «Лебедь». Следующая остановка – метро «Войковская». Пересадка на Московское центральное кольцо.
Петрова Сухова.